Вот освоение Луны, это же пока кажется фантастикой, да, пока кажется фантастикой, но в свое время было фантастикой зажигалка, к примеру, да, и еще какие-то вещи были фантастикой. И кто-то это начал делать, и потом у того, кто это начал делать, стало хорошо. Если ты не будешь думать о каких-то вещах, которые в дальнейшем объективно, да, уже не будут казаться фантастикой, то ты все время отставать будешь. Ты будешь идти за кем-то, ты все время будешь работать на кого-то. Это и в жизни так, это так у людей, между людьми. Я считаю, что это надо делать. Надо. Сейчас мы находимся в ситуации, когда, да, у нас есть шанс, у нашей страны есть шанс. Этот шанс надо не упускать. Надо заниматься вот то, что сейчас занимаются, допустим, по северу, да, вы знаете, там, вот шельф этот, который там доказывает, что это наша платформа там, и так далее, и так далее. Если это в свое время не сделать, это будет кто-нибудь другой делать. Поэтому лучше, конечно, делать. Очень правильная политика, надо стремиться как максимально везде использовать ресурсы на перспективу.